Предлагаю внезапно забытый видос почекать. Про машинку Лего, вторая часть, где чувак, короче, фигарит машинкой Лего, не может пройти, и потом начинает ее дорабатывать, и она проходит. Да, это вторая часть. Блин, конечно, Лего-техник это вообще жопа. Пипец. Во сколько будет Warface? Ну, я думаю, в часиков 8 мы начнем. Найс. Мы на робототехнике такие собирали. Но это изи. Блин, офигенно, да? На самом деле, как прикольно так играть. Ну, кстати, подобные мы уже видели. Погодите, это как будто повторение. Как будто мы видели это. А, это, да, это были... Это было на самом деле флешбэк. Типа десятые препятствия. Понятно. Это флешбэк был, да-да-да. Показывало. Да, ну это тубус, это изи. А мне родители говорят, что это все по-детски, мне 25 лет. Я вообще, кстати, не понимаю вот это вот, знаете, разграничение детские и недетские увлечения. Если человеку приносит что-то удовольствие и какое-то расслабление, то какая разница, чем он, что он делает? Да он может даже в 30 лет, там, я не знаю, в 40 лет играть в куклы Барби, я не шучу. Если он это делает один у себя там, и ему это как-то приносит наслаждение, какое-то коллекционирование или еще чего-то, и у него нет каких-то проблем с развитием, им там, извините меня, какая разница вообще? Ну, у человека увлечение такое, ну, эстетически может ему нравится. А Лего уж-то уж подавно, Лего вообще... Короче, очень странно. Вот эти вот всякие непонятные абсолютно умозаключения от каких-то странных людей. Что, детское, не детское... А что такое детское? Это что-то объективное? Нет, но мы, например, можем сказать детский мультик, да, который, например, обучающий. Например, мультик, который учит каким-то стандартным вещам, которые любые взрослые дяденьки и тетеньки уже знают. Там, например, алфавиту, да? То есть мы можем, на самом деле, реально сказать, что это детский мультик. Но если это просто мультик, не направленный на обучение какое-то или еще что-то, просто мультфильм, он может нравиться не только детям. Вот так, кстати, ППЦ. Офигеть, да? Найс, я думал, что не залезет. Ну ладно, ступеньки я на самом деле предсказуемо изи для него. У меня мать про настолки говорит, что это детское, хотя в ее понимании все, что не пить алкоголь и общаться по душам, это детское. Ну, не хочу ничего негативного говорить, но на самом деле по подобным умозаключениям можно многое сказать о человеке, и о его развитии, и понимании, и вообще. Так что...
Эти свои детские игрульки. Вообще вот эти все игры в любой форме. Детские забавы. Настоящие взрослые люди ведут абсолютно невзрачную жизнь. Они смотрят новости, ходят на работу, а в пятницу идут пить и выпивать, рассказывая о семейных проблемах и обсуждая воспитание детей. А все вот эти вот ваши непонятные вообще вот эти игры дебильные для дебил. Это вообще, вот, это да. Ну вы поняли. Читаешь газету по утрам? Нет. Они еще вообще живы? Ща. Ну ладно, ребята, живы они или нет, это был риторический вопрос. Естественно, я знаю, что они живы, просто... Ну это же тоже изи, да. Какое-то странное решение. Пипец. Да. Фэк какой-то? Нет, нет, это вообще не фэк, чувак. Почему фэк-то? Капец, он гений? На самом деле, эта часть менее интересная, чем первая, потому что здесь меньше доработок. То есть все препятствия, которые он ставит, проходят стандартной комплектацией машины. А первая часть, там приходилось машинку дорабатывать постоянно, как-то видоизменять ее, чтобы она могла пройти препятствия. А, он все-таки нашел решение. Да, Кисель, но я могу его не посмотреть, держу тебя в курсе. Охренеть, прошел все-таки. Нет, мне не интересен видос Каргаса про Far Cry 6. Босс Рилли, как думаешь, я буду проходить Far Cry 6 или нет? Нет, 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 да, этот мы пропустим внезапно. А, его цель типа... Не упасть. А ты гранат ешь с костями или без? Я покупаю гранат без косточек, он так и называется. Но в нем есть косточки. Суть заключается граната без косточек в том, что в нем косточки такие травяные, можно сказать, и они не ощущаются, и их можно кушать прям вот так вот. И при этом он спелый и вкусный. Он прям, это специальный сорт граната. Поэтому мы его и не смотрим. Короче, выпуск со второй машинкой гораздо менее интересен, чем с первой. Все-таки было бы круто, если бы он делал видос с машинкой, ставил такие препятствия, где бы ему приходилось дорабатывать свою машинку.